Советский мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. И снова здравствуйте. Именно на этом моменте мы остановились. Внезапно у нас оборвалась серия, там должна была быть еще концовочка, но, к сожалению, я так коряво отмонтировал. Также я отодвинул немного подальше микрофон, и я надеюсь, что сейчас у нас будет все нормально со звуком. Так, пойдем. Нам сказали, что Андрюха нас вроде как пораньше нашел, но мы Андрюху вообще, честно говоря, не видим. Так, что у нас с фонарем? С фонарем у нас все отлично. Пистолет немного у нас есть. Тут лампочку коротит малеха, лишь бы током нас не прибило. Пойдем. Что-то как-то поддергивает нас. Я слышу свои шаги, лишь бы их не спутать с какими-то другими. А то как-то очково. Почему опять метро, спросите вы? Да потому что давно ее надо было пройти, переходить уже к следующей части, а мы никак все это не можем завершить. А теперь у нас немножко другой графичек будет. У нас будет... стараться, точнее, буду делать по два видоса в день. То есть один мобильный и один... ПКшный. Не двигаться. Эй, расслабься. Это человек. Выключи свет. Я человек, да. Ну да. Выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Ну окей, спасибоньки. Так, где мой ствол? Ага, ствол нам нельзя тут достать. Но зато мы можем бегать. Пробежаться это уже хорошо. Так, мне нужен Андрюха Мастер. Данила Мастер это немного с другой категории. Нет. Станция у нас, конечно, свободная. Но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Окей. Ну ты какой-то сильно маленький, кстати. Вот с тобой вот так вот надо разговаривать. А, это я на рельсах, на шпалах стою. А, ну, хуй с тобой. Просто дружеский совет. Окей, спасибо, друг. Тебе тоже совет. Не давай советов незнакомцам. А, документов. Слушайте, а я не знаю, есть у меня документы, вообще нет. Но мы тут явно не прописаны. Мы вообще неизвестно где-то прописаны, нет? Что за халабуда? Это нам не надо, ладушки. Ну, по идее, здесь угрозы никакой не должно быть. Где я патроны где-то тут видел? А где валюта-то, воу? А, вот, торчит, ты посмотри, как запрятали, а? Думали, Рамулька не найдет. А хуй там плакал, Рамулька увидел, Рамулька нашел. Андрюха Мастер нам нужен. Че, это мне? Ай, пошли нахуй, пидоры. Окей. Так, еще немного. Пипец. Вжарь ему. Погоди, а где кого это бьют вообще? А, это, наверное, у командира, у начальника. Ладно. Тебя как звать? Какие новости? А, я вроде нажал же. Ай, слушай, оно не открывается. Ты мне говоришь? И сюда не... Слушайте, отсюда что-то никуда нельзя пройти. Пойдемте найдем, короче, Данилу. Данилу, Андрюху Мастера. Так, а ты кто? Напарник? О. Он рыжий клоун, а ты белый? Чок. Ты тоже арестован. Ты чё, за что? Чё это, чё за нахуй? Ты чё, дурак, что ли? Без рук. Я сам пойду. Ох, вот так вот тебе по шкварнику. Беги! Куда бежать? Я... В смысле бежать? Пипец, подстава. Ух, нихуя себе. Слушай, а если убьют? Пригнись, ладно. Да, они косолапые, они не могут убить. Да я бегу. Ой, блин, они попадают, слушай. Мне в жопу попали. Ой. Я все, я сдаюсь. А, вот так вот? То есть нам нельзя было сдаваться? Но надо было каким-то чудом все-таки умудриться убежать? Не, я туда не пойду.
А у нас выбора нет просто-напросто. Ладно. Так, а ты кто? Я свой. Товарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Да-да-да. Это мы уже проходили, это мы уже знаем. Только без рук. Я сам пойду. Ну давай, выруби его. Ага, и вот этого. О, все, теперь бегим. Бегим, бегим, текаем. Так, разойдись. Разойдись. Вроде как свободная территория, но здесь явно что-то не то происходит. Не буду я пригибаться, лучше пододвинься, я тут быстрее так пробегу. Так, дальше нам куда? А, здесь у нас прохода нет. Здесь что? Пошел нахер. Я сам знаю, куда мне надо. Опа. Опа. Сами твари, волки позорные. О. Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Красавчик Андрюха. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Ага. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Это красных или фашистов? Чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Ага. Опа, записка. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только... Да мне бы лучше вообще не платить. Ты свободен. Ага, все, я понял. Так, выпускай меня. Что нам надо? Нам надо завербоваться. И на поезде проехать через блокпосты, после этого сразу свалить. О, бабос. А где тут мастерская? Можно ли нам сейчас обратиться в мастерскую? Окей. Коротко, но ясно, я тебя понял. Так, погоди. Дедок, вы все крайне медленные. Так, где магазин-то? Мы туда идем? Да, отлично. Во, походу я нашел что-то. А ты у нас что? Аптечки, фильтры, ножи? Не, это мне не надо. Во, давай здесь. А, тюнинг, тюнинг, нет. Здесь тюнинг на коллаж. Что нам надо? Оптика есть, глушитель есть, разное. Давай глушитель попробуем за 30. Блин, так у меня всего 41, слушай. Так-то это все... Вот прицел, кстати, было бы неплохо. Добытый с обширной армейской складов, да военный прицел ночной видимый позволяет увидеть... О! Ага. Так, а есть ли мне смысл от прицела ночного видения, если у меня нет глушителя? Давайте мы возьмем все-таки прицел, а глушитель возьмем потом. Это раз. А второе, мы продадим вот эту хрень. Да. И знаете, что мы еще сделаем? Мы найдем дробаш, мы лучше с дробашом погоняем. Так, мне нужен... ломбардушка. Где тут ломбардушка, где можно патроны купить, продать? Во, вот здесь. Обмен патронов. Обмен патронов, да. Давай мы продадим вот это. Как нам продать? Во. Отлично. Это у нас что? Это что, стрел? Стрелы? Да ладно. Не, стрелы нам не нужны. Ты, сколько ты стоишь? Купить 10. 10, но тогда мне не хватит на глушитель. Не, пойдем лучше глуша купим. Отстань от меня. Так, сюда. Глушитель. А, не, слушайте, хватит. Почему-то мне 40 показалось, что он стоит. Патроны не нужны? Нужны. Давай, и здесь купить. Во, супер. Тебе спасибо. А куда дальше? Погоди, я чутка заблудился. Вон, нам сюда.
он со мной. Давай, решай за меня все. Давай, Артём, прыгай в яму. В какую? Оп, еще бабос лавандос. А я в ту яму прыгнул хоть? Слушай, наверное, в ту, потому что выйти я не могу. Так. А что мне сделать-то? Ой. Фигня какая-то. А, смотрите, мы, короче, типа в подпол вагонетки, что ли, залезем или как? Вижу. Во, ништяк. Тут есть что? Патроны, может. Ну так что, мужики, двинули, а? Да-да-да, поехали. А как, что меня задом наперед-то? Я ж не вижу, куда буду ехать. Блин, я не люблю вот задом наперед ездить. Ладно, придется потерпеть. Ну, здесь у нас сразу же реклама идет. Метро 2034. Что-то мне вот эти вот разговоры вообще не нравятся. Надеюсь, доски креп... Блять, что-то они не внушают доверия. Но будем надеяться, Андрюха, в принципе, вроде как нормальный все мужик. Нормально. Он не должен подставить. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Спасибо. Давай, пока-пока. Попробуем мы что-нибудь провернуть. Не представляю, что тут происходит. А где это? Где-то над нами, что ли? Или что? Где это разговаривают? Или под... А, это, наверное, под нами. А как нас не заметили еще? Прикольно. Во, вот это, походу, дорога. Короче, у нас какая цель? Нам надо сейчас доехать до блокпоста и оттуда без палева соскочить. Вот так вот как-то. Ну, плюс нам бы еще не помешало, кстати, найти какое-нибудь ружьишко. Типа дробовичок. Потому что патронов у меня на него дохера. Бля, тут где-то сука, гребаные крысы. Со снайперскими, с этими, с лазерными прицелами, вон, смотрите, бегают. Это что-то их прям вообще реально много. Надеюсь, никто пописить в пути не захочет. А то я знаю, куда обычно-то сливается все в поезде. Занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду дать приказ расстреливать дезертиров на месте. Да, я все прочитал, мы все услышали. Поехали. Окей. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. Ага. Ну... Зато честно. Ну, за плаката вступай в армию, ты увидишь... Ты, сука, долбоёб. Ой, дебилушка, блядь. Традиция. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших деды тоже в советской армии служат. Ага. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж салистый калий. Охереть. Самоубийство грех. Я же в ад попаду. А живешь ты где? Ты в аду и так живешь. Так что без разницы. Ну я почти то же самое сказал. Тогда давай свою пилюлю мне, чтобы наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагеря. Ладно. Короче, блокпост ищем. Ну, загрузочка, отлично. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Ну, блин, ну все относительно, конечно, но вообще да. В этом плане, по-моему, нифига не меняется. Так, вот это, наверное, уже блокпост. Где-то нам надо тут соскочить.
Ох, блядь! Не, я, конечно, хотел соскочить, но... Вот прям, чтоб так. Блин, а прикольный мы прицел, однако, купили. Так, и что мне делать? Добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник, объяснить ситуацию на ВДНХ, фронт, пересечь линию фронта. Во, вот так вот нам надо. Пойдем попробуем. Так, ну фонарик это сильно палевно, особенно учитывая, что у нас в принципе есть прицел с ночным видением. Давайте мы будем по стелсу пробовать. Я вот только одного понять не могу. Наши враги кто? Потому что судя по тому, что нам сказали, у нас и красные, и фашисты особо-то нам не друзья. И где здесь линия фронта? Так, ну я правильно понимаю, что нам... Вот сюда. Слушайте, а у нас же есть, по-моему, беспалев... Бля, ножи закончились. Ножи закончились. Их здесь двое. Их здесь двое, и они достаточно хорошо забронированы, если чё. Так, ну они нас не видят, лампочка у нас не светится, что нас видно, поэтому мы можем попробовать без палева. Без палева. А куда нам без палева? Вон туда податься? Так, как бы нам здесь пройти-то? Так, туда или туда? Давай попробуем здесь. Ага. А дальше куда? Так, мы можем спуститься... А, вот сюда. Я понял. Блин, что-то я немного потерял. Здесь кто-то, по-моему, есть, да? Да, есть. Тут двое их даже. Давайте мы попробуем выключить свет. Сука, меня спалили. Да. Откуда вот только у меня единственный вопрос, откуда он вылез вообще? Мы как бы там, по-моему, вообще в одну каску передвигались. А! То есть, прям настолько мы стелсовые? Ладно. Ну, походу, этого сейчас тут расстреляют по-быренькому, а мы пойдем вот сюда. Или что, может спасти его следует? Да не, нахер он нужен? Нам надо свою жопу спасать. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я, по-моему, куда-то не туда зашел. А, нет. Все правильно. Все правильно. Но как нам здесь пройти? Тут вообще пипец, что происходит. Да нет, конечно. У бедняки не спят. Они просто бежали на наш блокпост. Блин, они спят. Значит, как бы живые. Я думал, они тут трупы складывают. А это живые просто, они спят. Так, ладно, я понял. Здесь вообще никак прохода нет. Нет, смотрите, здесь есть какой-то проход. Блин, это сильно палевно. Будем ходить по прицелу, если что. Оу. Так. Ну как я по... Что это? Как я понимаю, нам надо вырубить электричество, чтобы туда спуститься. Вот тут. Вот так вот, хоп. Одеваем противогаз. Он у нас не самый целый, но зато он рабочий. И пробуем здесь пройти.
Сука, я гениален. Что это у нас? А вот у нас, кстати, и новая пушечка. Ха, ништяк. Ну если что, продадим. А это что такое? Да ладно, прибор ночного видения? А, буковка Т. Офигеть. Круто. Ну, подожди. А, так здесь... А здесь прохода-то нет. То есть это... Типа тайная комната, что ли? Или что это такое? Ну, прохода здесь нет, реально. То есть нам придется, походу, обратно идти. Ладно, я понял. Так, снимай противогаз. От него толку никакого нет. А вот это вот реально хорошая вещичка. Это нам пригодится. Что это такое? А, во, смотрите. Подсказали мне то, что это, короче, фигня, с помощью которой можно открывать сейфы. Я не помню, то ли вот эта красная бабуйня, то ли желтая. Сейчас мы попробуем. Да, все правильно. Спасибо, господа, за подсказоньку. Отлично, отлично. И побежали отсюда. Мне кажется, мы быстрее начали бегать. Вроде так быстро раньше не бегали. Или мы просто поняли, в какой жопе оказались, поэтому наш персонаж начал быстрее бегать. Так, эти спят хорошо. Убивать мы их, конечно же, не будем. Это что? Бля, да это ж параша. Блин, тут так-то палевно, как нам здесь пройти? Так, мы отсюда, в принципе, сами пришли. Давайте попробуем понизу. Вот там, где бедолагу пытались казнить. А, его уже казнили. Бедолагу уже казнили. Можно ли тут как-то нам проскочить? Потому что сверху там вообще пипец, что происходит. Так, а по стелсу тебя можно вырубить, братан? Чтобы убить противника, нажмите М. А, окей. Так. Не, вот это я зря делал. Куда нам дальше? Допускаем, мы перепрыгнем вон эту балочку. Нам даже перепрыгивать не надо, мы можем спокойненько вот здесь вот пройти. Дальше, наверное, вот. Блин, я очкую. Вот как-то типа вот так. Вот так. Ну, смотри, тут даже стрелочками показано для дебилов. Иди сюда. Ладно. Опа. Здесь куда? Налево, направо. А, вот сюда мы можем пойти. Да, ну сюда мы тогда, значит, и пойдем. Блин, ну прикольненько. Здесь типа прямо. Хотя можно и здесь так-то пройти. Кто нам стрелочки-то рисовал? Патроны возьмем, пушку мы брать не... О, шикарно, противогаз. Целый, наконец-то, противогаз. Так, погоди, а эти стрел... Эти стрелочки нас вели к этому трупешнику, если что. А оказывается, что нам надо-то как раз-таки вот сюда. Так, давайте осмотримся. Да. В принципе, толку от этого пока прибора ночного видения особого нет. Ох, ну нифига там шмалят. Блин, здесь слишком все яркое. Много света. Нас здесь очень легко заметить. Смотрите, сколько здесь прожекторов. Блин, а мы здесь сможем перепрыгнуть? Так, смотрим наверх. Наверх хода нет.
вниз хода тоже нет. Поэтому мы спрячемся. Сейчас он отвернется, и мы пойдем туда попрыгаем. Отворачивайся. Отворачивайся. Красавчик. Хупа! Есть. Есть, есть, есть. Хорошо, у нас получилось неплохо. Так, и сразу прячемся. Здесь. Здесь никого нет. Блядь. Да чё у тебя всё отлетает? Ты когда-нибудь сам-то сдохнешь, нет? Офигеть, откуда они стреляют-то? Ага, не понравилось? О, вот это было красиво. Откуда они знают, где я сижу? Вроде всех, кто знал, я уже убил. Я надеюсь, что они все с калашами ходят. Отлично, это просто прекрасно. Значит, с патронами у нас проблем не будет. Так, ты не то. Один патрон, офигеть. Шикарно. Вот как ты увидел-то? Слышь, черепашка-ниндзя. О, это бронированный гад. Я не красный. И не сука. Но вашего убил, да. Это суровый мир. Здесь либо тебя, либо ты. Я предпочитаю, чтобы я. Погоди, а ты что, еще не откинулся, что ли? Живучий гад попался, слушай. Да блин. Так, что мы можем еще взять? Вроде все взяли, что могли. Так, давайте сначала проверим здесь ход. Ох. Это нам не надо. Конечно, да, но было бы неплохо, но это нам не надо. Блин, придется все-таки наверх идти. Не хотелось, честно скажу. Блин, вот это, наверное, вообще больно. Не хотел бы я, конечно, оказаться на твоем месте. Оу. Так, вот эта лампочка была. Вот эта лампочка была. Вроде же кто-то тут. Где-то. Честно говоря, в темноте даже как-то видно лучше временами. Ой, ты смотри-ка, ты увидел, гаденыш. Определенно ушел. Да тебя не задело, тебя убило. Так, с какой стороны бегу? А, вот здесь он. Конечно, будет. Нифига себе, больно. Ему, значит, с калаша в голову стреляют. А все, что он может сказать, он вообще, в принципе, может продолжить говорить и сказать больно, блядь.
Да что такое? Погоди, не убивай меня. Так, надо патронами обратно подлутаться. А то что-то я на вас патронов слишком много потратил. Я-то так много не рассчитывал. Я вообще рассчитывал по стелсу тут пройти, если что. Так, это мы, получается, стадо фашистов разбомбили, как я понимаю. Давайте мы еще здесь немного пособираем. Вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я тебя понял, я тебя понял. А куда? И как нам пройти мимо этого пулемета? Так, ну фонари мы ему разбили. То есть, по идее, он не должен нас видеть. А, во, все. Зря ты вылез, братан. Ой, так ты не сдох? Все. Лучше бы ты не вылазил, конечно. А вообще, скажу я вам, что-то блокпост у фашистов какой-то слабенький. Я его в одну каску пронес. А к слову, я далеко не лучший игрок. Я даже не средний игрок. Здесь у нас что? Я не знаю, имел ли нам смысл вообще сюда спускаться. Мы, в принципе, тут и так всех пронесли. Слушайте, а вот дальше может не всех. Поэтому давайте мы, наверное, все-таки по стелсу тут попробуем немного еще походить. Так, это стена, я понял тебя. А дальше? А, ну дальше такая же хрень. Ладно, пойдем в открытую. По идее, линию фронта мы уже пересекли. Опа. Шухер. Блин, так-то не хочется вот прям здесь на базе у них войну начинать. Ладно, вот сам нарвался. Свет отключили за неуплату. Чё-чё, не знаешь что ли? Надо было вовремя деньги платить. Ебать вас тут сколько. Ну-ка, вот эту лампаду можно выключить? Да. Ага, вот так вот. Ну здесь, в принципе, и так все видно. Блин, здесь очень хорошо все видно. Здесь вся вот эта дорога по трубам подсвечена. Но я вроде как успеваю отключить до того момента, как у нас загорится лампочка. Так, здесь куда? Ну это прям вообще я по дикому стелсу сегодня, прямо жгу. Ты у нас что? На, так, в топку не надо. Блять. А как так получилось? Как так получилось? А ну. Да не, все нормально. Не обращайте внимания, пацаны, так должно быть. А, вот же лестница. Да ёб... Никто не заметил? А, ну конечно, да. Теперь ты по стенам побежал.
Только не смотри наверх. Отвернись, прошу тебя. Не это. Не заставляй меня грешить. Отлично. Так, а куда нам здесь-то? Бля, я тут залезть не могу. Твою мать! Все, пиздец. Наш стелп провалился чуть-чуть. Ух, ёшки! Киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш! Ну? А, вот сюда. Ладно. Куда нам идти-то? Вот сюда нам показывают, да? Да, Кур, чё ж ты зажёг-то свою зажигалку? А-ка здесь... Куда мне идти-то? Здесь сейф. И всё. Блин. Как я чётко хедшоты сегодня раздаю-то, а? Так вы всех потеряете, ребят, вы сегодня помрете. Нет, это нифига. Вот это уже нечестно. Читеришь через текстуры, да, пытаешься убить? Так нельзя. О, есть. Отлично. Пошли обратно. Сейфушку лутанем по-быренькому. Так, ну что-то у нас серия получается достаточно долго. Надо уже побыстрее бы заканчивать. Ладно, раз уж нас спалили, то нам ничего не остается, кроме как... А что, все? Хотел сказать пойти в открытую, а тут уже никого и не осталось. Ладно. Надо выключить свет. А то вдруг кто-то выжил и увидит нас. Здесь у нас пусто. Да, в принципе, мы вообще классно залутались на самом деле. Немного, конечно, в конце лоханулись. Так хорошо по стелсу шли. И где-то под конец я все-таки лоханулся. А здесь у нас что? Здесь у нас, в принципе, что-то типа склад, но на этом складе для нас практически ничего нет. Аптека есть, заметка есть, есть хреново туча трупов, и все получается. Все, ребят, мы прошли с вами линию фронта. Надеюсь. Нет. Это еще не конец. Это еще не конец, срано радуемся. Вот теперь должно быть, по идее, все. Ёб твою! Ну, как обычно. Когда я пришел в себя, надежда у меня не осталась. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Круто. Мы столько лутались, столько проходили ради того, чтобы попасть в очередной плен. Ладно, ребятки, если вам интересно дальнейшее прохождение, обязательно подписываемся на канал. Лайки, жду вас в комментариях. Всем хорошего настроения и пока.